колечки, колечки. Есть силовые номера, где они там показывают свое умение телом использовать, да, тело свое. Могут стоять на одном власти. Очень тяжелый номер для выполнения, но они умудряются его делать. Вот, они могут скручиваться вот так вот, в кружочек. То есть они, несмотря на такие, что они вроде как неуклюжие, но они очень гибкие, очень подвижные. И вот это все они все свои умения будут показывать зрителям. Соответственно, есть VIP-купание. VIP-купание у нас есть 10 минут. Это стоимость 900 тысяч рублей. Вот. Здесь уже полный цикл купания. То есть это дельфинчики поставляются на плавнички, катаются животики, чекинг вальс. То есть идет, ну, как бы человек чувствует себя в летении. Это как бы полный цикл, 10 минут. По необходимости выдаем гидрокостюм. Вот. И эти родственники или близкие, значит, купающиеся точно так же могут их фотографировать. Снимать на видеокамеру, абсолютно бесплатно. То есть это вот так вот. Такая шмута. А бихиотерапия? Есть такая услуга. Это вместе она будет? Вместе она, наверное, пока не будет. Объясню почему. Потому что что такое понятие дельфинотерапия? Дельфинотерапия — это, значит, речь идет о том, что, ну, это в основном должно проходить в стационарных дельфинариях, потому что идет курс лечения, лечение врачи там на 10 и более занятий, поэтому, соответственно, чтобы проходили сами процессы на занятия, это необходимо обеспечить проживание, да, чтобы, потому что, чтобы было где жить, да, для того, чтобы это первый момент. Второй момент, это необходимо, чтобы приехали другие специалисты сюда, врачи, соответственно, да, то есть это целая группа, которая... Нет базы. Да, соответственно говоря, да, в этом, скажем, в этом заведении, это в том, что нет необходимой, да, базы для того, чтобы...